Личный прием граждан в качестве депутата Палаты представителей Леонид Брич проводит уже во второй раз. В рамках первого обратилось 4 человека, на второй прием записалось 10. И у каждого своя, нередко длящаяся не один год, проблемная история. Какие-то вопросы решить проще, где-то обратившимся придется проявить терпение. К сожалению, есть и такие ситуации, повлиять на ход которых практически невозможно. Однако к каждому обращению Леонид Григорьевич подходит основательно, стараясь изучить все детали и найти возможные варианты решения. Я понимаю, что сиюминутно я этому человеку не отвечу, что эту проблему решу. Но как бы там ни было, проблему нужно самому изучить для того, чтобы больше узнать и в конечном итоге потом знать, как разговаривать даже на уровне. Вот я присутствую на всех исполкомах, и уже и в городском исполкоме, и у нас есть график каждого депутата. И, конечно, когда видишь, что эту проблему, в том числе поднять на исполкоме, нужно, ее тогда и поднимаешь для того, чтобы узнать позицию и в конечном итоге не только узнать позицию, но и попытаться порешать эти вопросы. Одно из обращений касалось тарифов на использование природного газа в домах, построенных на территории садовых товариществ. Там нельзя прописаться, и жильцы вынуждены покупать голубое топливо по себестоимости, а это получается в несколько раз дороже, чем для тех, кто живет в частном секторе населенных пунктов. Обращалась по высокой оплате за газ на садоводческих товариществах. Мы проживаем постоянно. Ну вот для нас получается, что мы оплачиваем не по субсидируемым тарифам, а по окупаемым тарифам. Это на сегодняшний день, если по старым недоминированным рубля, 3,780. Получается, если я за 200 заплатила, то заплатила в новых уже деньгах 75 рублей. Это третья часть моей пенсии. Безусловно, в рамках личного приема граждан данный вопрос решить невозможно. Он требует рассмотрения на республиканском уровне. Однако Леонид Брич отметил, что сделает все от него зависящее для привлечения внимания к данной теме. К слову, обстоятельные, по существу, ответы получили все обратившиеся за помощью жители областного центра Брещины. Личные приемы граждан — форма работы, которая уже давно доказала свою эффективность. Что неудивительно, ведь главные ее характеристики – это регулярность проведения, доступность в записи и максимально возможная оперативность в действиях.